Привет, народ! Смотрите, какой тут красивый сделали садик. И садик, просто цветочки посадили красивые по цвету. Розы. И такой интересный а-ля скверик. И, кстати, да, я на чистых прудах, точнее на Тургеневской. И сейчас иду на интересное мероприятие. К сожалению, там нельзя снимать, поэтому расскажу вам подробности. Друзья, хочу вам рассказать вот про этот дом, небольшую историю, даже, можно сказать, коротенькую. Я, когда училась в институте, делала проект квартиры, которая находится в этом доме. Вот такая вся история. Дом очень красивый, там высокие потолки, и вообще внутри квартиры тоже очень красивые. Так что вообще дом такой, он немножко готический, немножко барочный, что-то такое. Постимпрессионизма тут тоже присутствует. Вообще много всего намешано, но больше, наверное, готики такой поздний причем. Вот. Довольно интересный, красивый дом. И внутри он такой больше старинный, то есть там широкие лестницы, широкие подъезды, широкие такие проходы, очень красиво внутри. Вот. Пойдемте дальше. Итак, друзья, памятник Шухову. Кто знает, кто это такой? Так, а это у нас памятник Крупской. Кто помнит Крупскую? Пишите в комментариях. И я уже дошла до конца бульвара. И иду вот туда вот налево. Просили снимать больше интересных мест. Снимаю. Тоже какое интересное здание. И я сейчас иду вот туда, как раз мимо него. Итак, в Москве много маленьких красивых домиков. Некоторые из них реставрируются, и мне сегодня вот сюда. Ну, к сожалению, он реставрируется.